гостях очень известный еврей. Кто это звонит в дверь? О, здрасте, мама. Ой, Диана, Игорь. Муа, 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 мои миленькие. Давайте руки мойте, с улицы пришли, руки мойте-то. А где мыло-то? А он уксусом протри. Каким еще уксусом? Хорошим. Второе место закупки. Мыло тут было жидкое. Мыло делают из нефти, от него цыпки на руках. Вон, Малышева сказала. Господи, не понос так золотуха. Диана, ну-ка иди сюда. Че, иди сюда. Давай сюда, ну вот тебе сейчас бутылку положу. Ты животом ложись на нее. И туда-сюда, и лось туда-сюда. А зачем это, мам? Ты же говоришь, что у тебя понос. Мам, ну я как бы это как бы образно сказала. А Кино Малахов так понос лечит. Мама, а где микроволновка-то? Да я ее Беллы подарила. Здорово, тут эта Белла до смерти желает, что ты микроволновку ей даришь. Да, а эта свинья все одной цепи. Дьяволы из микроволновки, они быстрее эту Беллу в гроб загонят-то, вот. А как теперь нам еду разогревать? У тебя под одеялом, что ли? Вот ты злой какой-то стал, Игорь. Это все, наверное, потому что ты свой телефон, свой сотовый в штанах носишь. Радиация-то действует твои семечки-то, а? А я еще внучку хочу понянчить. Почему ты здесь вообще, а? Что ты говоришь такое, мама? Игорь, а может, мама права, переложи телефон, ты еще туда. Вообще, не дома, а дом 2. Ну да, поближе к щитовидке. Андрюсик, что ты там смотришь? Мультик смотрю. Почему так близко? Пап, что ответить-то? Скажи, мультик смотрю. Я мультик смотрю. Ну вот, пожалуйста, Андрюсик совсем тупой стал. Я во дворе с колорадским жуком, и то содержательный веду беседой. Мама, а все это из-за телевизора информация идет вообще. Выключить его к чертовой матери. Тыкать-то долго будешь? Я батарейки-то вытащила. Батарейки-то радиоактивные. По телеку сказали. В этом пульте там лазер. У меня он парсика парализовало. Он всю жизнь тут сидит около холодильника с телевизором. Его парализовало, потому что лазером тыкали все время в него. Барсик. 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 Да он сдох давно, твой барсик. Как сдох? А я думаю, что он тут полтора года лежит? А я все на лазер гляжу. Слушай, что-то я не могу понять, что так быстро с телефон сходит, а? Не могу понять, почему так сходит? С этой то же самое. Ничего не быстро. Полдня чистила его наждачкой. Телефон вреден. Малахов сказал, что там пары ядовитые. Женщина, да, телефон ела, до сих пор в коме находится. Я по телевизору с ней интервью видела. Вот смотри, Игорь, что у тебя с сыном, а? Вот что у тебя с сыном, а? Андрюсик, что ты там жрешь? Мармеладки, мишки разноцветные. Вот, пожалуйста, мишки разноцветные. Потом флаги разноцветные пойдут. ЛГБТшник вырастет. На, лучше гусиные лапки поешь, на, вот тебе. Мама, ему нельзя конфеты. Это не конфеты. Это гусиные лапки. На, за щекой разогрей, разморозь и ешь. Алло, алло, Света. А, чё ты плачешь, что? Ой, боже мой ты, господи. Какой же, как же теперь ты без него, а? Ой ты, боже мой. Мама, что случилось? У Светы сын. Что, что? Телевизор в окошко выкинул. Света, ты вчера Яралу смотрела по телевизору? А? Что она сказала? Ты посмотри, у него наверняка чип американский, гости залорбированный. Ты искала чип, а? Поэтому и выкинул. Вот соседи тоже жрут. Слушай, Света, не отключайся. Соединяю с правдой. Ах, вот Ира-то, родную мать, а? Родную, Игорь, ты ведь у меня не такой. Ты же у меня не такой, мой сынок, мой родной, красавец мой. Ну-ка, раздевайся, я посмотрю. Да нет, у меня никакого чипа, мама. Бабушка, а телевизор на твой ничего не изучает? Ты сиди там, мультики свои смотри, ЛГБТ-шник. Я этот телевизор 5 лет не выключала. И ничего, жила здорова бабка. Сгорела. Ну хоть можно посидеть спокойно, без этих всяких советов. Игорь, ну чё, ну, Игорь, ну перестань. Игорь. Ма. Ну, ма, ну, я тебе куплю ж телевизор. Это ж просто телевизор, ну.
Ну что? Ну куплю я тебе зарплату, телевизор, новый, в конце концов, куплю. Ну что, ты прям начала? Да, мама! Ну что ты это? Я тебе хоть два куплю телевизора. Вот. А, будешь смотреть Малышеву и своего этого из Поля чудес Якубовича. Вспомнила! Вспомнила! Я по телевизору видела, как телевизор чинить. Вот. До вечера, до вечерних новостей успеем. Давайте, давайте, доставайте инструменты. Давай, починим его.